Привет всем, у меня на канале, и у нас сегодня новый рецепт. Это будут гречишные блинчики. Просто прекрасно говорить пока не могу. Сегодня расскажу самые главные вещи, постараемся сделать рецепт коротким и понятным. Действительно, штука очень классная. Итак, погнали. Что нам для этого нужно будет? Гречка. Секрет номер один. Гречку не нужно варить. Гречку обязательно нужно запарить. Это существенно влияет потом на качество рецепта и итогового блюда. Здесь все очень просто. Гречке нужна только мука и яйцо. Можно немного зелени. Остальное нам нужно будет для соуса. Идем жарить и делаем такой достаточно большой толстый блинчик, то есть не тонкий, но достаточно такой толстый. Пока там у нас жарятся блинчики, мы быстро будем готовить соус. Наша задача в моем варианте — это сливочный соус с грибами. Сливки, грибы, масло и лук. Ну что, лук у нас немного обжарился, буквально 1-2 минуты. Не даем ему гореть, закидываем сразу грибы. Грибы у нас свежие, молодые. Мне нравится, режу на 4 части, чтобы были посочнее. Итак, смотрим, грибы у нас подошли. А сейчас будем добавлять сливки. Ну что, смотрите, все у нас загустело. Это уже прям аромат, прям призывает меня бросить все. И вы чувствуете, как у оператора дрожат руки. Он тоже очень голоден сегодня. Ну что, вот и готово. Теперь самая интересная часть сегодняшнего видео. Пробуй. Грибочек. Все пахнет. Просто прекрасно говорить пока не могу. Если вы когда-нибудь думали, что есть гречку, это не прикольно, это реально круто, офигенно и прикольно. Переходи на гречку вместе со мной. Подписывайся на канал, ставь лайки, не забывай смотреть другие видео. Хорошего дня!